и женщины все. Там такая история была, когда отец невесты вел невесту к алтарю, ну, там импровизированный, допустим, был алтарь. И все начали аплодировать Настя. Я видел только зубы, идущие на меня, потому что Настя так улыбалась, через фото ничего не было видно, кроме вот... Уважаемые новобрачные, сегодня, 17 сентября 2005 года, вступают в брак Кочеткова Анастасия Сергеевна и Гигинишвили Ривас Давыдович. Твое шикарное платье наверняка с какой-то историей. От какого-нибудь вип-дизайнера специально для тебя? Вы знаете, я не очень хотела платье, как у нас любят потратить очень много денег на него, с такими кремовыми цветами, с какими-то вот пластмассовыми штуками. У всех свой вкус. Ну да. Я хотела красивое, нежное, свадебное, настоящее платье. Вот. И, в общем-то, моя задача была выполнена. Я прилетела в Рим вместе с его сестрой. Тамара Михайловна мне очень помогла. И, в общем-то, это обычный итальянский дизайнер. Спасибо.